объемный бант из гель-лака, который я сделаю вручную. Я возьму плотный розовый гель-лак от Nail Republic и нанесу его в тонкий слой на нашу подложку. Полимеризую в лампе с обеих сторон и вырезаю прямоугольник с круглыми краями. Гель-лак очень легко сгибается, поэтому несложно будет слепить из него гармошку. И теперь осталось превратить всю эту конструкцию в бант с помощью топа и пинцета. Немного расправляю края и фиксирую фонариком. Ногти уже покрыты этим же оттенком. Ставлю небольшую горошину акригеля на ноготь и закрепляю бант. В центре, конечно же, добавим стразу, и самый важный этап – залить все максимально топом, соединить ноготь и бант единым слоем топа. Ни один готовый декор не будет так же круто сочетаться с основным цветом, как...